Всем привет! Сегодня я решил сделать Олимпиаду бравлеров. Что это такое? Суть в том, что каждый из нас всего 4 человека, выберет себе какого-то определенного персонажа и будет на нем весь видос играть. То есть у нас будет битва не людей, а именно персонажей. Испытаний, кстати, тоже будет 4, все они будут очень разные. И вы вот прямо сейчас можете написать, кто, по вашему мнению, самый сильный персонаж. Ну а в конце посмотрите, угадали вы или нет. Начинаем. Я решил взять Була, потому что на нем будет достаточно тяжело затащить, и это будет, я думаю, еще интересней. Ну а первое испытание у нас это марафон. Здесь есть 4 дорожки, каждый бежит по своей, и задача прибежать первым, то есть до хилки. Ну что, давайте начинать. Мы тут разобрали себе дороги, и я взял 4-ю. Не знаю, насколько это правильное решение, но просто 2-ю уже заняли, я хотел побежать по 2-й. Поэтому пришлось выбирать 4-ю. Ну ладно, она тоже неплохая. Так, ну что, готовы? Так, смайлик и let's go! Побежали. Так, бежим, бежим, бежим. Хорошо, нормально, я впереди. Вот это да. У меня еще и хп много. Я вообще не могу не париться насчет хп. Блин, меня уже догоняют, что это такое, а как? Уже на повороте просто меня догоняют. Так, ладно. Бежим, бежим. Давай, ускорение. Я не догоняю, я не догоняю. Так, так. Ладно. Я могу еще успеть. Я могу успеть. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Давай. Так, что? Это 2-е место? Вот это жесть. 2-е место. Ну, слушайте, неплохо на самом деле. Я думал, хуже будет. Я думал, я вообще 4-м прибегу. Ладно, Коль 3 балла, я 2, 101. Вот здесь мне надо по-любому побеждать, потому что дальше будет хуже. Но это режим чисто вот для меня. Сражение на арене. Сразу тогда залетаем. Так, я с кольтом, что ли? Ой, замечательно-то как. Ну все. Так, давайте за ним. Уже кого-то убили. Ай! Нет, хорошо, хорошо. Я отхилился. Все, так осталось. Что? Откуда столько ульт? Так, надо сейчас. Да почему? Откуда ульта-то? Что за фигня? Ай, нет! Да что это? Она бесконечно ультует. Да, об этом я не подумал. Ну а сейчас идет режим, который называется бульдозер. Не знаю, насколько он подходит мне. Ну так, 50 на 50. А здесь нужно расчистить свою часть карты. Не знаю, как побеждать тут, потому что Кольт, по идее, с одной ульты все это может снести. Но это не точно, конечно, но я так думаю. Ну что, Фрэнк залетает? Так, все, заходим, заходим. И давайте начинаем. Все, можно набивать. Так, хорошо. Вот так давайте. Так, нормально. И все, еще одна ульта. Блин, давай хилься быстрее. Так, да что такое, Кольт, ну куда ты стреляешь? Так, ждем. Куда Кольт стреляет? Что он делает? Так, ладно. Вот так вот надо ультануть. Хоп, все, все, все. Что? Это 2-е место? Я успел, 2-е место. Стук, кстати, 3-й. Это было очень близко. Тара, хватит. Ну ладно, хотя бы 2-е место. Ну а сейчас у нас смертельные прятки. В них все по очереди будут искать своих соперников и пытаться убить как можно быстрее. Если что, можно использовать даже ульту. Ну что, погнали? Я точно не буду первым начинать. Ну посмотрим, как он быстро нас догонит на кольте. Сейчас надо продержаться как можно дольше нам. Потому что я вообще не хочу, чтобы этот Вуди побеждал. Он еще там в прошлом раунде поступил немножко некрасиво. Ну ладно. Так, он залетел. Что? Что это было? Фу, хорошо. Так, давайте за ним бежать. Нет! Почему он остановился? Ну все, это конец. Давай, Ланс, живи. Просто живи как-нибудь. Это было очень опасно. Жесть. Давай, давай, Ланс. 30 секунд уже.
Очень хорошее время. Давай, Ланс. Мы все в тебя верим. Они просто не могут встретиться, понимаете? Это как в 17 мгновений весны. Там тоже долго не могли встретиться. Нет! Все-таки его нашли. Против Тары будет очень тяжело, потому что нам же разрешено использовать ульту. И если она убьет хотя бы одного, то все. У нее будет ульта, и потом она будет с чертиком за нами бегать. И мы долго не продержимся. Так, поэтому умирать нельзя. Не умираем. Давайте, умирать нельзя. Нет, спалили уже одного. Блин. Или она без ульты? А, ну тогда замечательно. Это было очень близко. Хорошо. Живем, живем. Нет, надо бежать. Надо бежать. Так, пока она не может нас найти. Блин, нашли Вуди. Черт, это плохо. Я последний остался, а там чертик бежит просто. Нет. Все. Слушайте, я уже начинаю переживать, что я так не смогу всех быстро убить. Ну потому что на Буле, ну как я всех загашу так быстро? Они хотя бы издалека стреляют, а я-то нет. Поэтому мне будет тяжело. Так, сейчас Сту нас ищет. Ну, против Сту не должно быть жестко. А, он уже спалил Тару. Молодец. Так. Он же не найдет? Нет, он не нашел. Он не стал чекать угол. Хорошо. Но на Сту тяжело, да, конечно. В этом плане Сту сливает. Да. На нем тяжело убивать. Бежим? Нет, он меня видел или нет? Ну ладно, так, живем, живем. Хорошо, надо жить. Надо просто жить. Можно побегать так. Да почему он пошел в обратную сторону? Ну что это? Если честно, мне кажется, я их где-то минуту буду искать. Ну ладно. Так, банки есть. Сейчас попробуем. Все тогда, они должны быть готовы. Залетаем. Так. Го искать. Так, нету. Давайте не стрелять. Реально не буду стрелять. О, привет. Так, надо вот так вот сделать. Все, замечательно. Так, давайте сюда. А, нет, 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 вряд ли. Так, сюда. Ну что? О, привет. Сразу двое. Вот это везение. Просто что это? 20 секунд с чем-то. Я затащил. Ну и что в итоге? У нас побеждает Бул 13 баллов. Слушайте, неожиданно. Я почему-то был уверен, что затащит Кольт. Но вот так вот получилось. Пишите в комментах, угадали вы или нет. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.